Досуг для детей и взрослых. Уже 2 месяца в Малаховке работает новая спортивная площадка. Удобное место для всесезонных тренировок проверил депутат Московской областной думы Владимир Жук. 2 зоны для воркаута, 4 тренажера, современное удобное покрытие и освещение на 180 квадратных метрах. Поддержать свою физическую форму с комфортом здесь могут и взрослые, и подростки. Довольны, дети очень довольны, потому что для них здесь раздолье. Место нас очень устраивало, потому что со всех сторон закрыты. Для детей безопасно, поэтому мы боролись. И спасибо, что Владимир Петрович просто пошел нам навстречу. Площадку установили в рамках инициативного бюджетирования. На сайте «Добродел» за появление современного места для занятий спортом проголосовали 89 малаховцев. Поддержал проект депутат Мособлдумы Владимир Жук. Здесь полностью средства выделены из бюджета депутата. Эта площадка появилась здесь не так давно. Не было здесь ничего, был пустырь. И собственное место, как вы видите, тоже немного. Поэтому площадка небольшая, но тем не менее она очень востребована жителями. Общая стоимость спортивной площадки – 1 миллион 430 тысяч рублей. В этом году в 300 метрах отсюда появится детская игровая зона. Новая площадка обеспечит досуг самым маленьким жителям Малаховки. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.